О метео и астропрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор – стоматологический центр «Престиж Дент». 16 ноября, по данным Гизметео, в Северодвинске ночью ожидается 2 градуса тепла. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 3. Пасмурно, небольшой дождь. Ветер западный – до 7 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 740 миллиметров ртутного столба. Завтра, по словам астрологов, не стоит принимать важных решений. В делах полагайтесь на проверенных людей. Новые союзники едва ли оправдают ожидания. Если речь идет о чем-то очень важном, лучше и вовсе действовать самостоятельно. Серьезные проблемы со здоровьем маловероятны, а вот легкие простуды и мелкие травмы не исключены. День подойдет и для преображения. За красивой улыбкой спешите в стоматологический центр «Престиж Дент». Красивая улыбка – залог вашего успеха и здоровья. «Престиж Дент» ждет вас на Октябрьской, 3. Улыбайтесь чаще и до свидания.